Непонятно, да? Еще так вот этой пахнет капец. Невозможно дышать. Все, давайте уже настраиваться. Всем привет! Мы сегодня будем есть рожки томатной пасти с куриными котлетами. Да, сама Маша сделала. Да, у нас Маша готовила сегодняшний ужин. Давайте быстренько покушаем, потому что дети пришли голодные. Мы только сейчас собрались, Маша уже была дома, поэтому она готовила у нас ужин. И у нас тут еще шпротки, это томат, соус карри со свойским майонезом так перемешала. Я люблю, на хлебушек, да, на хлебушек, потом соус и сюда рыбку. Ваня говорит, дышать невозможно вот этой вот штукой, поэтому давайте быстренько покушаем, чтобы освободить человека от этого запаха. И всем приятного аппетита, кто с нами кушает. У меня уже слюнки текут, если честно. Что-то на этот раз вы меня вообще выселили, да? Как бы чуть-чуть. Не знаю. Почему ты раньше не сказала? Давайте сначала я хочу соуса. Вот так. Снимаем вообще сегодня по-другому. Телефон вообще перевернули. Есть какая фронтальная камера, а есть, Маша? Задняя. Задняя и фронтальная камера. Вот мы снимаем сейчас на фронтальную, да? Нет, мы на заднюю снимаем. Значит, мы сейчас снимаем на заднюю камеру. Вот. Шпротики мои, шпротики. Не знаю, я люблю шпроты, поэтому... А котлеты не соленые. Не знаю, как любят люди рыбу. Маша, короче, перекрестилась, чтобы было все вкусно. Да, ладно, вкусно, главное, чтобы съедобно. Переживает Маша, что она не дожарилась. Нормально пожарилась. Чуть-чуть не дожарилась. Не, нормально. Чуть-чуть не дожарила. Да еще у меня какое-то мясо. Видишь, розовое мясо. Там просто этой вспышки я вообще ничего не вижу. Курица нормально, свойская, поэтому пойдет. Тем более, когда голодные, а горячим сырое не бывает. Салиба. Я же говорю, недосоленая. А Маша все время почему-то готовит, у тебя все время недосол. Я думала, они соленые, потому что да будут, они же готовы уже. Я же говорю, мне какая-то мягкая. Сверху я его посолила, есть с другой стороны. Ну, возьмите соли, посолите. Это нормально. Много соли вредно. Поедим, если мы без соли, ничего с нами страшного не случится. Посоль. Почему же съел котлету? Угу. Ничего просто. Быстро ты как-то. Соня ходила в налоговую. Блин, можно мне ложку? Можно дай ему ложку рядышком, он сзади тебя лежит. Сходила в налоговую, оформляю возврат подоходного, квартиру купила, то что вот. Так смешно, честно. Маша рассказывала, да я вообще видео сняла, на второй канал скинула. Со шпротами. Там не шпроты, а масло просто. Со вкусом шпротов. На, мы не болеем, уже вылечились. Окей. Вот. Короче, прихожу, там рядышком есть такой кабинет отдельный, от налоговой, чуть-чуть так в сторонку пройти надо. Там заполняются эти документы, если ты сам не можешь, как бы не умеешь, не знаешь, там, или, ну, по каким-то любым другим причинам, сидят без масок. Все нормально, все спокойно, я зашла, все мне оформили, сделали все, пошла рядышком следующее здание. Сидит на вахте дама и настоятельно меня заставляет, оденьте маску, пожалуйста. Я говорю, ну, какую маску? У меня нет маски, я живу в другом районе.
Мне сейчас что хотите сказать, обратно домой ехать? А потом опять ехать? Время тем более было уже 4 часа вечера. Я бы не успела просто-напросто. Оденьте маску. Тут же проходит мужик без маски. Стоит два человека охрана, типа. Они ему маску оденьте, он так на них посмотрел, дальше прошел. Женщина до меня докопалась, и все, оденьте маску. Я говорю, ну если вам нужна, так чтобы я зашла в маске, предоставьте ее. Во всех организациях, которых требуется одевать маски, они их выдают, эти маски. Почему вы не выдаете? Это не к нам. Обращайтесь к губернатору. Ну что за фигня? Пошла, короче, через дорогу. Плюнула, думаю, не буду я, мне надо быстрее все это дело сделать. Пошла быстренько в фикс-прайс, зашла, нашла самые дешевые влажные эти салфеточки по 27 рублей. Сделала по бокам дырочки, одела, на руку одела, на руку. Меня запустили. Захожу в кабинет, она мне еще такая говорит, вас не впустят в кабинет. Захожу в кабинете сидят две дамы без маски. Я, вот это я вообще просто, где логика? Где логика? Ну, мы в маске. А все другие без маски? Да, вообще, что-то даже логики-то нет. Я говорю, дурдом, ну, придумали вот эту вот ерунду. А сами просто сидят. Ну, и может, предъявляют, если они пропустят без маски. Ой, да кто за этим смотрит, я вас умоляю. Это просто вот издевательство над народом, вот и все. Чтобы еще денег повысасывать из всех, там, налоги, штрафы, там, вот это все. Придумали очередной, как сказать? Фейк-вирус. Фейк-вирус, да. Очередной обман для народа, как выманить деньги из народа, вот и все. Вообще на карантине все сидят в воду. Угу. Камень. Ваня, тебе вот наш еще вопрос я хочу. Давно задает уже, сейчас скажу кто. Ольга Лукина. Огромнейший привет Ольге Лукиной. Она тебе пишет, Ванечка, приятного тебе аппетита. Спасибо. Ты большой умничка, надо маму слушать, она очень за тебя переживает. Скажи, пожалуйста, много ли у тебя друзей-мальчишек? Ну, даже не знаю. Если в банче, ну, тогда много. А если в Нижнем Тагиле, тогда вообще очень мало. В Нижнем Тагиле мало. В банче много. Что ты об этом говоришь? В банче много, в Нижнем Тагиле очень мало. А какие у тебя интересы, кроме планшетов и телефонов? Играете ли вы в футбол во дворе или в школе? А может быть, у вас другие интересы? Вот ты когда в Баранчо приезжаешь, что ты с мальчишками делаешь? Со своими друзьями? Просто гуляю. Просто гуляете? А как вы гуляете? У вас же там вы на велосипедах гоняете. У меня нет велосипеда. Ну, тебе дают велосипед. Сейчас нету, а раньше ведь у тебя был велосипед. Мы просто его сейчас продали, раз переехали сюда. Не знаю, зачем они взяли, продали мой велосипед. Ну, все ставить некуда. Да, он тебе маленький уже, все равно был бы. Да, а второй велосипед, который мы оставили у папы. Почему-то это... Он же у тебя у папы-то стоял-то, который он испортил, там колесо. Или оно сам, или воздух лопнул. Или воздух кто-то туда в колесо занес и просто взяло колесо и лопнул. Да нет, ты просто ехал и наехал там на что-то на острое, оно у тебя лопнуло, поэтому надо там полностью все менять, покрышку там все. Ну такой простенький, да, дешевый вот велосипед. Ну так просто кольцом так вот повалась. Там нету дырки. Там надо все полностью менять. Может потому что я драфтил? Дрифтил опять такое слово. Это. Ну вот, а еще у тебя что бы там делали? Выходили на ролика? Да. А еще что делали? Ходили на ролика? Ну нет. Ты расскажи. Детская площадка там у тебя была, вы на ней гуляли, там играли, прыгали, подтягивались, и что там еще делали? Спортом занимались? Занимались. Мы просто носимся. В ляпы играем. Вот, видишь, уже чем-то ведь занимаетесь. Только в ляпы, да и все. Потом мы пресс играть, не знаю, почему в ляпы.
Понятно. В общем, нету никаких интересов. Ну, были интересы, мы играли в ляпы. У тебя громкости нету? Мы, в принципе, носились по всей школе, пока не стал карантин. А сейчас не разрешают вам носиться по школе, что ли? Поставили просто скотч, и на каждый класс один клочок скотча. Один чего? Один квадратик. А, типа, площадка разделена. Да. А, и что, типа бегать нельзя, что ли? Нет, только возле нашего. В своей территории, видимо. И вообще мы по всей, мы просто по всей носили в школе. Ну, а сейчас вы не носитесь, а что делаете? Квадратики только себе. Как кошку мы разделали, они так же. Как для кошки, но выделили квадратик. Вот мы так вот просто интересно играли. Вот взяли, купили детям Блейд-Блейд. И все. Блейд. Что это? У них... Напишите маме в комментариях. Я даже не знаю, как это объяснить. Просто такая игрушка запускалка. Такая, помните, я говорил, мама, смотри, Блейд-Блейд сделал из колеса. Вот так вот сделал, и оно... Вот так вот надо сделать, закрутить, взять эту штуку и вот так вот выдернуть. Она крутится, блейд, и так сражаются. Они доиграют, а я вообще не играю, даже мне не дают. А почему? У тебя нету, потому что? Или что? Да нет, просто Егор-то всем дает. А ее надо покупать или надо делать самим? Что-то я не поняла. Покупать. Покупать надо? Да. А как ты думаешь, как можно сделать из пластика? Не знаю, я поэтому спрашиваю. Ее очень сложно сделать. Что это за ерунда такая? Короче, мама тебе в интернете покажет, что такое. Угу. Ой. Даже сейчас можешь посмотреть. Тебе понравилось, как Маша приготовила нам ужин сегодня? Угу. А оценка от 1 до 10. А где моя вода? Вот это оценка? Давайте без оценок. 10 из 10. 10 из 10 Ваня поставил. Ну, ты же, по-моему, первый раз котлеты жарил. Ну, все понятно. Ну, чуть-чуть не дожарил. Нет, почему? Ну, нормально, 7 баллов из 10. 7? Угу. И что, им понравилось? Понравилось. Да почему? Ну, мама мою еду никогда не ест. Я нет, что ты врешь? Только кроме картошки, ладно, так уж и быть. Кроме картошки с курицей. Да, картошку с курицей. Ты только готовила картошку с курицей. А теперь. Ну, супы, я не люблю супы. Я люблю супы, когда сама варю. Я не, вообще не любитель. У кого-либо есть супы. Подожди, мама, это как-то нелогично. Если мама любит свои супы, да. Тогда почему мама говорит, что она не любит супы? Я говорю, в гостях есть. Вот, например, пришла в гости, тебя угощают супом. Я не люблю есть, когда кто-то варит. Я люблю свойское воспроизведение. А это не в гостях, это свойское. Вау, так быстро. Короче, с ними не поспоришь. Бесполезно, все равно утопят. Мам, смотри, как прикольные облака, прям быстро. Да, облака красивые. В общем, ладно, давайте мы будем заканчивать. Сейчас еще мы немножечко чаю попьем, наверное, да? Я уже попью. Ты уже попью. А я попью, наверное, чаек. Ну, чаек нам пить нечем, просто так, кипяточка хлебнуть, чтобы это взболтнуть рожки с котлеткой. Ну все, а вам спасибо, что посидели с нами, поужинали. Посмотрели это видео, поставили этому видео лайк, только не дизлайк. Но если вам не понравилось это видео... Конечно, ставьте дизлайки. Мы же хоть для разнообразия, это можно и дизлайк, ничего страшного. Ну, если... Ну, ясно. В общем, спасибо всем и всем... Пока-пока! Подписывайтесь на канал.